19 июля 2013 года в Казани была открыта уникальная мечеть Ердем, аналогов которой нет в России и ближнем зарубежье. Реабилитационный центр открыл свои двери не только для жителей Татарстана и других регионов России, но и для незрячих и слабовидящих Белоруссии, Украины, Таджикистана и Казахстана. При этом обучение бесплатное. Для многих это единственный способ изучить Коран. Карта Татарстана практически все районы заполнены, Российская Федерация тоже чаще вот с этого места более густонаселенно приезжает. Вот с Кавказских республик очень много. Эта мечеть называется просто, но очень точно – Ердем, что в переводе с татарского означает «помощь», то есть это именно то место, где всегда ее можно найти. На этом свете это рай для нас. Да. Вот мы тут, знаете, как будто мы зрячие, потому что мы пишем, читаем. Вот. И Коран полностью изучили уже. Здесь мы не ущербные. Вот.